Тем, кто зашел на мой канал, огромный привет. Сегодня я испеку к празднику тортик тирамису. Печенье я испеку сама. Для его приготовления я взяла 90 грамм муки, это 3 столовых ложки с горкой, 3 желтка, 4 белка, 3 столовых ложки с горкой сахара и сахарную пудру для посыпки верха печенья. Яйца разделяю на белки и желтки. Нам понадобится 3 желтка и 4 белка. Белки взбиваю в пену. Добавляю половину сахара. Все это взбиваю в крепкую пену и отставляю в сторону. К желткам добавляю оставшийся сахар. Взбиваю желтки до побеления. Добавляю к ним 1/3 белковой пены. И аккуратно лопаткой перемешиваю сверху вниз. После всыпаю половину просеянной муки, аккуратно подчерпывающими движениями вмешиваю ее в будущее тесто. Добавляю еще 1/3 белковой массы. Хорошо перемешиваю, добавляю оставшуюся муку. Опять все аккуратно перемешиваю, так чтобы не осадить тесто. Добавляю последнюю часть белковой массы, перемешиваю, тесто готово. Перекладываю его в кулинарный мешок, у мешка обрезаю кончик и выдавливаю палочки примерно 10 сантиметров в длину. После посыпаю их сахарной пудрой, оставляю полежать минут 10 и еще раз посыпаю сахарной пудрой. Выпекаю при 180 градусах примерно 15 минут. Готовое печенье перетягиваю с противня вместе с пергаментной бумагой. Оставляю его остыть. У меня его получилось 40 штук. Теперь приготовлю для моего торта пропитку. Для этого я взяла 250 мл воды, столовую ложку сахара, столовую ложку кофе. Смешиваю кофе и сахар. Заливаю все крутым кипятком. Оставляю полностью остыть. Теперь приготовлю крем. Для него я взяла 300 грамм сливочного сыра, 250 грамм сливок и 100 грамм сахарной пудры. В миску высыпаю сливки. Сливки обязательно должны быть охлажденные. Взбиваю их миксером. Когда сливки загустеют, всыпаю к ним сахарную пудру. Продолжаю взбивать. После в 2 этапа ввожу сливочный сыр. Опять все взбиваю миксером. Мой крем готов. Печенье обмакиваю на пару секунд в остывший кофе. Выкладываю его на дно. Все хорошо смазываю кремом. Так собираю все 3 слоя. Сверху смазываю кремом и просыпаю какао. Для этого понадобится 2 столовые ложки. Мой торт готов. Оставляю его пропитаться на ночь. А утром можно праздновать. Приятного всем аппетита!